Дорогие участники международного конкурса имени Шостаковича в Санкт-Петербурге, от имени всех организаторов международного фестиваля клавирной музыки в Санкт-Петербурге и Баварии «Клавис» мы приветствуем вас и желаем вам больших успехов на этом конкурсе. Мы также очень рады учредить специальный приз на этом конкурсе и пригласить вас на наш международный конкурс пианистов в Санкт-Петербурге, который также будет проходить в школе имени Шостаковича с 30 мая по 2 июня 2020 года. Ну, а кто захочет приехать в Баварию, также приглашаем вас с 13 июля по 18 июля 2020 года на ответный фестиваль на земле Баварии в Германии. Наш фестиваль объединяет основные клавишные инструменты – орган, клавесин и фортепиано. В рамках фестиваля проходят мастер-классы по этим специальностям, семинары для преподавателей, проводятся концерты с участием юных талантов, как вы, а также звезд мирового масштаба. Мы будем рады вручить достойным участникам специальные призы от различных международных организаций. Кто-то из вас получит особенное приглашение к нам на конкурс в Санкт-Петербурге. Несколько участников мы выберем и пригласим на особых условиях в Баварию на конкурс пианистов, а также для участия в фестивале с полной культурной программы. Ну и самый главный приз от нас – это неделя в замке Максриль в Баварии на полном пенсионе и участие в общей программе. Наслаждайтесь участием, исполнением и слушанием прекрасной музыки. Гостям города Санкт-Петербурга мы желаем незабываемых впечатлений. Всем участникам и организаторам конкурса имени Шостаковича вдохновения и большого счастья!